С моста на набережной Федоровского полетели Деда Морозы. Таким вот необычным способом нижегородские роуп-джамперы решили отметить Старый Новый год. 3, 2, 1, пошла! Прыжки, во-первых, в костюмах бесплатные всегда. То есть в этот раз было очень много Дедов Морозов и Снегурочек. Вот именно этот год все пришли в костюмах. Был один момент, когда я в костюме Снегурочки собрала вокруг себя на фотографии толпу Дедов Морозов. 2, 3. Не делай этого, дурак, опомнись! Ой, я прыгаю, наверное, уже 3 года. Я первый раз увидела видео у подружки в интернете. Даже не видео, а фотографии. И прям восхитилась. Говорю: «Анька, как ты так смогла прыгнуть с крыши?» Она говорит: «Да ничего, смогла». И я тоже подумала, что ну все, как-то можно прыгнуть. После первого прыжка я, наверное, где-то неделю скакала. Вот адреналин, положительные эмоции, они зашкаливали. То есть у меня действительно после первого прыжка такие сильные эмоции были, что их не описать. Вот даже сейчас я их не могу описать. Было очень классно. А прыгаю, потому что, ну, наверное, это зацепило. Своеобразный положительный экстремальный вид наркотика, который никак не вредит, в принципе, а исключительно дает только положительные эмоции.